Всем приветики, ребятки! Вы на канале Creative Games, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Rusty Lake Paradise. Сегодня у нас с тобой казнь шестая язвы. Короче, мне сказали, что это сделано по 10 египетским казням. Вот там язвы, всякие мухи, всякая вот этот мор, скотины и всякое такое. Вот. А вот интересная информация, да, если ты такой же лошпек, как и я, и который не знал, то теперь ты знаешь. Так, у нас есть трава, у нас нет листиков, потому что нам их не дают, падла, может, я хочу листик. Так, а что так все зависает, интересно? Это особенность данной главы? Тебе что, пожрать надо? Или ты как этот, как щелкунчик, тебе орех надо в рот положить. Так, тут смотри-ка. А здесь... Здравствуйте. На. Тебе с чем-то надо? Ну, могу водой наполнить. Могу написать. Тебе с чем именно? Подожди, а может ему траву положить? Да. И что теперь? Кровь. Как? Как это произошло? Вылези. Вылези, мужик. И руку дай. На, позолочу. Позолочу тебе ручечку. Давай, запускай. А что так подвисает-то тут? Я понять не могу. Вроде переход... А, ну тут нормально. Это, видимо, там какая-то проблема. Так, грибочек. А дайте грибочек. Его сейчас рубить надо? Ну давай, ладно, сейчас рубим. Сейчас срубим. А дерево, на дереве ничего. Тут бабулька опять наша. Запах смерти витает в воздухе. Ну не нюхай. Ну не дыши тогда. Так, подожди, дай-ка я... Вот... Так, вот чуть-чуть. Норм? Да вроде да. Вроде да. Ты, короче, не смотришь, что у меня губы криво накрашены? Они не криво. Это эффект зацелованных губ, если чё. Понятно. Так, тайм. Чё? А зачем мне это? Ладно. А чем наполнять? Мне сначала надо найти, чем наполнять. О, опять этот загадка, смотри-ка. Ну, погоди. Прикинь, да? Сразу поняла, что делать надо. Так, это опять разрезать надо, как и всегда. Как и всегда в этих играх. Да, видимо, да, этот не тыкается. А за бородку можно дернуть? Нельзя. Так, нам нужен нож. Нам нужен нож, чтобы его разрезать. Бабка нам ничего не дает, ей что-то надо понюхать дать. Ну, не знаю, что он там хочет понюхать, но у меня пока ничего нету. Могу лучок вот дать понюхать. Так, лук, полбустук, посох. Посох чумного доктора. Прикинь, угадала, реально посох. Наобум сказала. Так, пойдем пройдемся вон туда. А, подожди, давай, может, лук тебе дать понюхать? Естественно. Запах смерти витает в воздухе. Это запах лука, дура. А, мне нужна это, да? Мне нужна банка. Блин. А как? А та не берется банка, если что. Та банка не берется. Значит, пойдем искать банку. Значит, пойдем искать банку. Вариант действий у нас уже есть. Надо заставить бабку плакать. Так, отдай кровь. Спасибо. Пожалуйста, сказал он. Так, что-то надо сделать. А где эта штука, я не знаю. Так. Заперто. Тут что? Ключ там. А как мне его достать? Заперто. Перец, нож. Так, интересно, подожди-ка. А как мне достать, ну, это ключ? Посохом, что ли? Так, подожди, а гриб можно срубить? Естественно, можно. Так, гриб. А куда нам гриб нужен? Зачем он? Для чего? Ключ. А, так его и не надо ничем доставать, что ли? Я думала, сейчас, блин, придется ловить рыбу полчаса. Вернее, ключ, а мы там будем рыбу вылавливать по итогу. Оказывается, все легко и просто. Так, у нас есть ключ. Подожди, надо вернуться. Нам нужны баночки. Это явно ключ от баночек. Вот стопудово тебе говорю, ключ от баночек. Так, возвращаемся. Возвращаемся к баночкам. Так, я сижу как-то некомфортно. О, вот так кажется хорошо. Чуть-чуть, короче, подвинешься, и уже все прям по-другому стало. Так, открываем ключик.
естественно. Пустая бутылка. А теперь нам осталось по времени и вот это. Окей, значит, идем. Идем сюда, идем туда. Сейчас мы наполняем ее эти слезами, по всей видимости. Да, теперь мы даем ей перец. Она его нюхает, мы наполняем соплями, что ли? Фу, сопля! Реально сопля, грибочек. А от грибочка у тебя что? Пыльца? Слюни. Фу, спасибо, мать. Спасибо, мать. Это все я сюда наливаю? А в какой последовательности? Подожди, это я... Вот это еще же у меня есть. Сердце. Проткнусь. Нет, вообще ничего не делается. Так, а зачем мне твое сердце, чувак? Ну смотри. Давай. А как мне определить это? Подожди. Мне надо там пойти выставить, что ли, время? Но это примерно 11, почти 11. Или начало 12-го. Да ты, давай я. В смысле, мне реально там надо выставлять это все или что? Нет, смотри-ка. Непонятно. Но ключ я нашла. Может, ему посох нужен? Чё ты мне им долбанешь теперь? На сердце. Не хочешь сердце? Иголку на. Подожди, я соплю забыла, на слезу. Это не то, да? А сердце тебе точно не надо? И чё теперь? Погоди. Но сюда мы никуда не пойдем. Ну, в смысле, никуда не выйдем. Может, это что ты должен сделать? Да нет, вроде. Это теперь вообще молчит, по идее. Он даже рот не открывает. Падла. Падла, блин. Свое получил и все. И сдреснул, кобздец. Ладно. А, давай тогда... Тогда хрен его знает, что делать будем. Если честно. Если честно, я хрен его знает. Нормально сижу? Я не могу. Каждый раз я выставляю, каждый раз мне кажется, что я как-то не так сижу. Вроде вот так вот в кадре, когда сижу, нормально, получается посередине из-за наушников, а вот так вот наоборот, слишком как-то криво. А когда сбоку я себя вижу, я как будто наоборот слишком неровно в кадре сижу. А вот так смотрю правильно. Короче, не знаю. Не знаю, слишком сложно. Запах смерти на спички, на иголку. Что тебе еще? Нож на, слезу на, сердце на. Нет. Но я не знаю. Каким образом я должна понять, где что? Каким? Может, его зашить надо? Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре. У меня их всего четыре. Как я должна это понимать? И они все разные. И как? И куда, и чего? Если думать, короче, логически, я ни хрена не понимаю. Вообще ни хренашеньки, сейчас непонятно. То есть, что делать, куда делать? На туда сердце не хочешь? Чего ты от меня тогда хочешь? Но там ведь тоже никакого ответа нет. Это что нам скажет? Ничего, да?
Ему что-то надо принести. Лекарство, не лекарство, хрен его знает. Тут все. Тут неизвестно. Я не знаю. Эти же пассатижи, непонятно вообще ничего. Подожди, короче, тут надо вот так вот. Вот сюда, вот. Потом вот сюда, вот. Потом сюда, сюда к ней. И дать ей понюхать кровь. И тогда мы, короче, какое-то достижение получим. Вот достижение. Кровь из носа называется. А дай кровь. Все, спасибо. Спасибо. Теперь смотри, я не заметила важную вещь. Я когда давала ему в руки эти все жидкости, он же менял положение посоха, а я этого не видела. То есть, смотри, это примерно 10. Это примерно 10. Сопля на 10. Сопля на 10. Подожди, а где мы это делали? Там же, да? А как вот это все убрать? Просто залить до конца? И чё? Так, сопля на 10, смотри-ка. Погоди, 12. Это же 11. Или это 10? То есть вот это сопля? Первая, окей, давай сопля, да? Сопля на 10. Давай, короче, все мы с тобой запишем. Че мы туда-сюда будем ходить, что ли, постоянно? Это же мы заколебаемся туда-сюда лазить. Вот это туда-сюда ходить, целить. Сопля на 10, кровь на сколько? Да так, S10. Кровь на 12. А это что у нас? 12. Это час. Слюна. На час. Слеза. Слеза. Мне специально, да, вот так вот сделали? Мне специально это все сделали, а я понять не могу. Короче, смотри-ка, слюна, слеза и сопля. Короче, я СС пишу, а так не поймешь. Я сначала написала сопля С, слюна СЛ, а короче, слеза уже полностью слеза. Так, дальше у нас что идет? Дальше у нас идет слеза. Слеза дальше. Она похожа на молоко, а не на слезы. Так, дальше у нас идет это слюна. Это же слюна была, да? Так, да, слюна. Так, слюна идет. Потом у нас идет сопля. Сопля, потом опять слеза, потом кровь. Сопля. Подожди, после вот этой что идет? Это у нас что? Это у нас слюна, да, желтая? Потом идет сопля. Сопля, слеза, кровь. Сопля. Слеза. Кровь. Ура! Наконец-то! Спасибо большое! Спасибо большое! На положение его я-то не обратила, на положение его руки внимания. Ты лошара. А чё, автоматом вместе с глазами язык достается? Ты чё, стебёшься? Ну, вроде подходит. Вроде подходит. Ай, господи, ну давай. Ну давай, вот это сюда. Вот это вот сюда. Вот это вот сюда. Вот это вот сюда. Вот это сюда. Вот сюда.
Вот это вот, вот сюда. Вот это вот сюда. Вот это все правильно. Вот это вот сюда. Идеально. Идеальная улыбка. Смотри-ка. И что это означает? Вот так, вот так что ли? Ну пошли. Ну пошли проверим. Я запомнила. Я запомнила. Это все, что я могу сделать. Запомните все. Ну пошли посмотрим. Получается примерно вот сюда. Вот так. Там что-то было как-то это. Может, мне по зубам надо определить? Подожди, может, мне по зубам надо определить? Какой зуб, типа, нет? А, кстати, смотри-ка, вот здесь кучка листьев есть. Здесь есть кучка листьев. Хрен его знает, как я вообще должна была догадаться. Я тыкала на эти кучки листьев. По идее, я видела ее, но я как-то не... А, я на нее не тыкала, я ее видела. Я хотела в нее тыкнуть, но я не тыкнула в нее. Окей. Будь так. Так, окей. Чё ты мне по зубам скажешь? Ну и чё? А как я должна понять? Это внизу, это вверху. Это понятно, окей, хорошо. Четыре. Там четыре, там четыре. Мне их как-то надо от середины отчитать? Пока непонятно. Пока вообще причём максимально непонятно, что с этим делать. Нет, нет, а подожди, вот это. Это вверху. Я, если честно, хрен его знает. Как я должна понять, где его зубы? Дай гляну, а я не могу. Короче, куда-то пропал звук. А, вот он есть. Куда-то пропала музычка. Вот, смотри, короче, я не знаю, каким образом это надо было понять, но надо было поставить 5 часов, и получается без 20, 6, вот так вот. Не знаю, каким образом. А, они сами тикают, а я нажимаю. Я нажимаю. Так, это что такое? Это что такое? Короче, неизвестно, да? Окей, хорошо. Тогда пошли, куда пошли? Пошли тогда к бабке. Я не знаю, может, этот механизм надо вместо сердца ему вставить? Раз мы сердце сюда вставили, часы начали жить, давай мы сюда ему механизм ставим. Ну, естественно. Кобздец. Смотри, бабка, ты мне что скажешь? Я молодец? Время может излечить разбитое сердце. А у него что, оно не разбитое? Он, в принципе, мертвый. Бор. Окей. Пошли, Бор. Пошли, а что такое Бор? Что такое? Ну-ка, мои маленькие переводчики, скажите мне, пожалуйста, что такое Бор. Напиши мне, пожалуйста, там, что такое Бор. Я не знаю, что это такое. Так, это, видимо, сюда. Ну, в смысле, не видимо. Это, естественно, сюда. Б. О. А, Р. Бор. Yes. Естественно. Чё это? Рай не существовал бы без великих жертв. Наверное. Ты в смысле, сердцем чем-то его окропил? Кровью? Фу. Фу, противный какой. Так, идем сюда. Идем туда. Идем вот сюда опять. Потом прямо, прямо сюда. Вставляем кубик и идем дальше на следующую казнь. На следующую казнь. Давай мы с тобой, наверное, начнем, почему бы нет. Нам, я так понимаю, одна всего казнь осталась. Ну, А, нет, смотри-ка, вот еще. Ну, то есть прям 10, да, и будет? Казнь 7. Град. Ага. Ага, слона-то я не приметила. Те дальние я просто не смотрела, не видела.
Мне под нее подставлять надо или что? Вот под эти, да? Пока не поняла. Эй, ты, блин. Да, алло. Да в смысле? А как они ставятся-то? Я вообще не врубаюсь. А, да ты ж... Ай, мамочки. Да ты... Ну это, короче, уже в бок прям идет, а? Ну что, попало же? Ну попало же? Во! Давай! Молодец! Капец, блин, сложно, а? Так, она слева... А, эту я уже за этого. Ну ладно, давай. Я поняла, вот это вверх, а вот вверх и вправо, а это прям влево, четко влево. Блин, я же сказала только что вверх. Вверх и чуть-чуть вправо. И сделала упорно, короче, фигню. А как эту сделать? Так, давай, ладно, вот эту сделаем. Ой-ой, вот так вот, значит. Подожди, а вот эту как? Вот так, что ли? Нет. Может, вот так? Тык! Молодец! Молодец! А теперь давай вот эту хрень, эту... А, камни же разные, подожди-ка, вот так. Да камни разные, да камни разные, да камни разные! Как я не догадалась, а? Ну как же я не догадалась? Ну ё-моё! Ну камни же разные, ну как? Ой, блин, давай, 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 катись быстрее. Ехай нафиг, ту-ду-ду-ду-ду. Давай, е-е-е, только не упади. О, а рыбка. И что дальше? Ты все, больше кататься не будешь, надеюсь? То мало ли провалишься, дурёха. Так, лед он, видишь, тонкий какой, сам треснул. Ха, без моей помощи, сам взял и треснул. Кобзиц вообще. О, а я-то думала, куда ты делся. А ты у нас, оказывается, в воду упал, лошпек. Хе-хе, а чё не сказал-то? Никому даже не сказал-то, посмотри-ка. В воду упал, никому не сказал. Ну, хоть бы сказал, помогите, там, не знаю. Ну, мы бы тебя достали бы. Ну, ты чё, а? Ну, чё как маленький-то, а? Так, тут везде кувшины какие-то стоят. Зачем они тут стоят? Так, мы идем дальше. Тут есть снеговик. Мы его будем строить на шарф. Ну, естественно. Естественно, мы будем строить снеговика. Вот я... А, мне нужен топор, да? Это что такое? Мне надо кубики льда дотащить, да? А подожди, они... А, они тут нарисованы вот аккуратненько. Подожди-ка тогда. Получается вот так тогда. Ай, не то. Хе-хе, не то, не туда, подожди. В другую сторону вот это надо оставить. Получается... вот это и вот это. Вот, вот, я же говорила, молодец. Я же говорила, молодец, ты мне не верил. Так, мы ставим вот эту, вот эту, вот эту, вот эту,
Вот так вот. И вот так вот. Ой-ой-ой, ну можешь не аплодировать. Ладно, ладно, можешь не аплодировать, так же быть. Так, а куда мы дальше? Мне надо довести. Вот так вот. А это просто покатится. Заново. Тут, оказывается, камень был, который начинает заново. Я его даже не заметила. Так, погоди-ка. Погоди-ка. Если мы сделаем вот так. Мы сделаем вот так. Нет, получается, нам надо сделать так, чтобы, получается, одна была. Ну ладно, неплохо, подожди. Одна, чтоб так, а вторая вот сюда. То есть ты так не ставишься? Погоди. Но если, допустим, мы сделаем вот так. Да! Да не туда. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Yeah! Смотри-ка я сделала. Смотри-ка я сделала. Давай. Еще одна. Ну вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Это было легко. О, последняя еще легкая загадка. Прикинь, еще бриллиантик дали вообще капец. Ты где такие загадки видел, что тебе еще бриллиантики давали? Капец. Вообще приколдес. Так, явно не сюда, да? Явно не в мясорубку. А, вот сюда бриллиантик. Сильный снежный шар. Что означает сильный? Сильно крутится или что? Клубника. Надо три сюда. Мне дадут кубик. И еще сделать надо этого. Окей, хорошо. Снеговика еще надо сделать. Но для начала мне надо понять, каким образом ветку оторвать. На клубничку. Хочешь? Не хочешь, да? Ладно, ладно. Не хочешь, как хочешь. Я тебе предлагала, лошара. Я предлагала. Сама отказалась. Коровий рог. Два коровьих рога. Скорее всего, это надо для снеговика. Мороженое хочешь зимой? А ты чё вообще зимой такой раздетый сидишь? Ну на. Мне надо молоко найти, да? Подожди. Мне вот эту надо сбить и все. Да. Вот и мороженое. И сосули мороженое, на. Нравится? Вкусно? 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 Что ты мне скажешь, вкусно-то? Да, ты будешь только облизывать, да? Ладно, хорошо, пойдем дальше. Пойдем дальше, посмотрим, что еще у нас тут есть. У нас есть... У нас есть палка. А почему вот это? Мы же вот это убрали или нет? Или она у нас... А, она у нас и осталась, да? Машкара или как там? Москиты, хрен его знает. Так, у нас есть всякие кувшинчики. Кувшинчики задействуются или нет? Что-то хрен пойми, да? Может, палкой долбануть? Так, ей, видимо, нужны какие-то орешки. Пойдем сюда. Погоди. Нам же еще вот этого надо разэтывать. Может, его рогом? Нет, рогом не хочет. Рогом не хочет. Значит, нам надо найти какой-то то ли нож, то ли что должно быть по любасу. Так, есть одна палка. Прикинь, реально сработало. И она бум тыкнула. А вот это можно собрать? Мне всякие камушки нужны для его рожицы-то. Вот, мне морковка нужна. И глазки. И пузико. А как мне сделать его? На нос. Нет? Нос такой не нравится, не устраивает.
И что тогда? Хрена себе. А я думаю, вот эти кувшины тут явно не просто так стоят. Ну, естественно, их надо, кажется, вот этим разбивать. Кто бы догадался? Кто бы догадался, что их надо разбивать сильным снежным шаром? Капец. А белку тоже так как-то долбануть надо? Нет, ее так долбануть не надо. К сожалению или к счастью, не знаю. Тут что, для орешки? А, для орешки, да. Пуговицы выпали. Окей, пошли положим. Ну, вернее, засунем, я не знаю, как это сказать. Две пуговицы — это глаза, вот это пузико. Теперь мне осталось тебе найти только шапку, да? Да, мне осталось найти тебе шапку, и ты мне, скорее всего, дашь бриллиантик. Но не факт, вообще не факт. Так, ты мне что скажешь, тебе как мороженое, там нормально? Пожрал? Да ты что ты себе пожрешь? А дай шапку! Тебе надо второе мороженое? Опять сосуля, смотри-ка. На тебе обычное сливочное, смотри. Сливочное! В смысле, алё? Что за прикол, дес? Мне туда что-то добавить надо? А что? Подожди, может что-то туда разрушить надо? Непонятно, да? Это получается град. Но толку мне от него, как от козла молока, ей-богу. О, молоток. Так, подожди, давай я его долбану просто и все. Чё мне? А дай шапку. Ты падла. Так, подожди. Мне надо что-то сделать. Пойдем долбанем того мужика. Так, где я вообще? Я так быстро все нажала, что не поняла, куда переместилась. Так, пойдем долбанем вот этого мужика. Может, он нам что-то даст для мороженого? Там кровушку какую-нибудь любимую их. Да ты стебешься? Ты стебешься? Ой, блин, подожди, это, наверное, типа, как вот эта система, да, когда ставят, ну, как когда фигуры делают изо льда, да, ставят эту фигню и пьют по ней. Вот это такая штука, да? А если да, то чё? А если да, то чё делать? Могу по белке зарядить? По ней не заряжается. Причем вообще никак. Так, ладно. По тебе тоже не заряжается. Но тебе явно надо ореховое мороженое. Где мне его взять? Отсюда? С деревьев потрясти надо или что? Я, блин, град призываю. Непонятно. Причем максимально непонятно. Сосулька. Кто-то мне там звонит. Нежелательный звонок, есть жалобы. Ну, спасибо. А, прыгай туда. Мы сейчас белочку убьем. Смотри, мы сейчас белочку убьем. Медная белка. Падла. А ты падла, подожди. Подожди, я запомнила. Я запомнила, куда тебя надо поставить. Стань куда надо. Вот теперь стой. Вот теперь стой. Теперь правильно. Стой, стой. Идеально. Сейчас я сфоткаю. Подожди, сфоткаю. Вот, сфоткала. Видишь, молодец я. Я еще и мех взяла. Ужас. Так, а куда мне мех? Мне того максимум на труселя хватит. Так, подожди, куда я иду? Мне же ореховое мороженое надо сделать. Ореховое мороженое... Или беличий мех, не знаю даже. Это типа фисташковое, да, сейчас будет? И чё? А, вот это, да. Давай, тряси. Шейки, 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 бади, да. Давай, фисташковое мороженое.
И, естественно, фисташковое мороженое. У вас тут белки, а сейчас, смотри, зажрались. Фисташки лопают, как не в себя живут. Так, на тебе мех. Нет, не тебе. Ну ладно. Тогда пойдем. Тогда пошли. Дадим шапку этому снеговику. Он ожил, все. Кобздец еще надо ровно поставить нос, да? Но он должен быть посередине. Или это просто приколдес? Нет, по-моему, это просто приколдес. Хорошо. Нам надо найти... Хотя, подожди. Куда ты мне показываешь? Чего ты от меня хочешь? Может быть, на него... А как я сюда вышла? Может, на него надо мех положить? Но он не бьется. А причем вообще никак не бьется. Вот этой фигней он тоже не бьется. Что с ним делать, хрен пойми. Этот жрет. Я даже не удивлена, кстати. Тут хрен пойми что. Тут ничего нет. А где тогда? А что тогда? Чего ты от меня хочешь с помощью молотка сделать? Чего надо-то? Явно надо мужика растопить, но как? Что-то со снеговиком, наверное, надо сделать. Тут ничего не сказано. Тут просто у него торчат и посередине нос стоит. И больше ничего нет. Ну-ка, беличий мех, может, сюда? Нет. Это тоже нет. Ну, это естественно нет. Да? В смысле, мне туда что-то поставить надо? А что? Ладно, подожди, я нашла еще один вариант. Что тут надо делать? Ну ладно, давай мы с тобой продолжим в следующей серии уже догадываться, что это за вариант. Потому что я не знаю, что вот с этим делать. Вот так вот я бью по кругу, а оно не делается. А по идее он должен сразу срабатывать. Ну вот он, то есть рядом попадал и все. Самый максимум, на что способен. Ну, давай мы тогда с тобой в следующей серии продолжим, на сегодня закончим. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, пиши комментарий, скидывай его своим друзьям, только нам тоже понравится. А также подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые серии, видео и стримы. Ну и всем большое спасибо за просмотр, до новых встреч в этой и в других игрушечках. Всем пока-пока!